Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов проинспектировал детский сад номер 10 после капремонта. Здание полностью обновлено, начиная от коммуникаций и систем вентиляции, заканчивая наполнением групп, мебелью, игрушками, пособиями. Глава округа поблагодарил подрядчиков за качественную работу в короткие сроки. Сад рассчитан на 120 ребят. Площадь сооружения более 1000 квадратных метров.